Под Волгоградом стартовали соревнования по танковому биатлону. В состязаниях приняли участие танковые экипажи частей и соединений Южного военного округа. Сегодня прошел первый этап – индивидуальная гонка. Об этом с полигона Прутбой репортаж Дмитрия Сераштанова. На полигоне Прутбой не стихают овации. Активность болельщиков на трибунах не меньше, чем на чемпионате мира по биатлону. Только вот на старте соревнований 12 современных танков. Экипажи боевых машин представляют части и соединения Южного военного округа. Волгоград, Севастополь, Ставрополь, Владикавказ и многие другие. В этот раз в биатлоне принимают участие две модели танков Т-90 и Т-72Б3. Последний, основной участник соревнований. Т-72Б3 – это самый массовый танк, самый новейший по комплектованности наших подразделений. Сейчас в танковом биатлоне всего проводятся два этапа. Это индивидуальная гонка и эстафета. Старт танковому биатлону дан. На 6-километровой трассе, которую приготовили организаторы, экипажи преодолевают наземные и водные препятствия, поражают три различных типа мишеней из крупнокалиберных пулеметов и пушек. Первым на финиш приходит танк 58-й армии из Владикавказа. Но радоваться рано, говорит наблюдающая за баталиями командование. Все зависит от того, что скажут судьи. Ведь важно не только первым приехать, но и лучше всех выполнить задание. А их, признаются сами танкисты, выполнять было нелегко. В прошлом году мы в Москве выступали. Там грунтовая, не грунтовая была, щебенка была. А здесь... Здесь чуть потяжелее. Сложность, погодные условия. Как повлияли? Повлияли на все, на скорость, на стрельбу. Все ошибки, допущенные в индивидуальной гонке, танкисты обещали учесть во втором этапе. Танковая эстафета пройдет 14 мая. Победитель танкового биатлона определится по сумме набранных баллов. Экипаж сможет представлять Южный военный округ на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Московской области в июне месяце на полигоне Алабино. Дмитрий Сераштанов, Василий Кострыкин, телекомпания «Актуба», Калачевский район, полигон «Прутбой».